Но Эллисон провел отличную регулярку. 55 очков. А вот шайба в сетке ворот. Это Хартикайнен принимает поздравления. 3-0. Тяжеловато будет Магнитогорску отыграться. Если был фактор Кошечкина в первой игре, сейчас он не работает. Хартикайнен, вторая заброшенная шайба. Да, как же Хартикайнен сейчас просто вошел в зону и бросил. Вкатил, тут на перерез спешат ноги, а толку, под ловушка шайбы проходит после броска Хартикайнена. Хорош, Харти, хорош. 28 лет, вторая заброшенная шайба. Третий набранный очко в этом кубке Гагарина. Кошечкин покинул, естественно, площадку. Устал Василий, нет смысла к нему предъявлять претензии, первую игру он вытащил. Артем Загидулин появляется на льду. Загидулин в регулярке провел 25 игр, 12 побед. В среднем за игру пропускал 1,96 шайбы, показатель даже лучше, чем у Кошечкина. А вот по отраженным броскам похуже, 92,4. 4 сухие игры, 36 пропущенных шайб у 23-летнего вратаря.